Каратамарское водохранилище. Посмотрите, что с водой, что с ней сделали, я не знаю. Она зеленого цвета. Ужас просто. Вот это видео накануне прислала жительница Кустаная в редакцию «Алау». На кадрах видно, что водоем покрыт пеной и имеет зеленый цвет. После публикации ролика на официальной странице «Алау» в Инстаграм жители массово стали жаловаться не только на цвет, но и на неприятный запах. Добрый вечер. Был сегодня на Каратамарах. Вода зеленая и запах неприятный. Затем поехал на реку Аят. Вода нормальная, не зеленая. Да, мы вчера были в «Золотой рыбке» возле Рудного. Там такая же вода, зеленая вся. И это не от того, что она цветет. Такое ощущение, что какие-то примеси там присутствуют. И запах от воды не очень приятный. Вылазьте из воды, вы же видите, рыба мертвая. Не пускайте детей в воду. Обалдеть, что делается? Чтобы узнать причины таких изменений на водохранилище, мы обратились в департамент экологии. По словам специалистов, они регулярно выезжают на водоемы нашей области для проверки воды. На Каратамарском водохранилище пробы брались пару недель назад. Было зафиксировано превышение магния, химического потребления кислорода и биологического потребления кислорода, что носит природный характер. Но что касается загрязнения именно человеческого антропогенного фактора, либо техногенного посредством предприятий, каких-либо сбросов, можно смело утверждать, что данное изменение цветовой гаммы воды не относится к загрязнению предприятий. Высокие аномальные температуры плюс неглубокие воды на берегах, плюс яркое солнце, это все влияет на увеличение растительности подводной флоры. Сергей Мукашев пояснил, что виной всему погода. На водохранилище произошло увеличение концентрации хлорофилла. Отсюда и зеленый цвет воды. Кроме того, мертвая рыба тоже стала жертвой аномальной жары. Но это не единственный водоем, где произошли изменения. Около 3 недель назад поступила информация, тоже посредством публикации ВСМИ, об образовании подобной зеленой пленки, зеленой пены и гибели некоторых рыбок в урочище Каменное озеро, что находится в Кузнецком районе за поселком Заречный. Нами были незамедлительно приняты меры, мы выехали на данный объект. По результатам аналогичная ситуация, как и на Каратамарском водохранилище, то есть превышение БПК, ХПК и магния. Все это не опасно для человека, но специалисты не рекомендуют во время цветения купаться в воде, так как возможны аллергические реакции, в частности, у детей. Стоит заметить, что зеленая вода может появиться и на других областных водоемах, и также из-за погоды. Манарбек Касколов, Камила Салкымбаева, РТН.